Крошка Анечка Кукушкина родилась 24 июля 2022 года на сроке 25 недель беременности. Малышка весом 480 граммов. С первых минут жизни показала свой волевой характер и за 4 месяца доросла до обычного младенца. Девочку выписывает уже с практически нормальными показателями – 2,580. Самое главное – любить таких детей, уметь с ними работать, не бояться их. И большое спасибо, конечно, реанимации новорожденной, которая стоит на первом этапе для таких детей. А мы уже им помогаем. Жительница поселка Мещерская Чеховского района, 36-летняя Татьяна Сверчкова, работает медсестрой в поликлинике. С ужасом вспоминает, как у нее заболел живот. И ее привезли в хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы. У меня был гангренозный перитонит. Почти прорвался гной, и нам сказали, либо мы вас двоих спасаем, либо одного из кого-то. У нас выбора не было. Вот, но спасли двоих. Татьяна считает, что вовремя обратилась за помощью, ведь еще бы немного и могли не спасти. Малышка Анечка сначала лежала в реанимации, а мама приезжала и кормила. После перевода в отделение новорожденных они уже вдвоем ждали выписки и разрешения поехать домой. Сейчас в отделении патологии новорожденных ждут выписки домой 52 ребенка. Таких крошек, как Анна Алексеевна Кукушкина, нет. Но есть довольно большое количество детей, чуть меньше килограмма. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.